Предстоящей ночью и ранним утром на дорогах Латвии возможно обледенение, так что водителям следует быть предельно внимательными. Ну а какой будет эта неделя в плане погоды, узнаем у нашего метеокорреспондента Галина Солодовник. Добрый вечер. Рабочая неделя начинается с морозной погоды. Сегодня ночью практически по всей Латвии ожидаются отрицательные температуры. Местами и до минус 5 градусов. Но со среды к нам опять начнет возвращаться тепло. Ветер сменит направление на южное. И в четверг днем максимальная температура воздуха может достичь плюс 13, плюс 16 градусов. Затем ветер вновь сменит направление уже на западное. И к нам придет более прохладный и влажный воздух. И к следующим выходным погода может стать уже дождливой. А подробный прогноз погоды на завтра смотрите после новостей спорта. Не переключайтесь.